Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите немножко о вашем языковом опыте. Что было самым сложным, что было, наоборот, самым легким? И, в принципе, какие вещи, как пришли, например, к изучению испанского языка? Ну, чуть-чуть. У меня больше французский. Классно. Да, я с вами согласен в этом. Произносить скорее, чем читать, да? Произносить вы имеете в виду? Ну да, они достаточно простые. Ну, где буква Х, по-моему, как читается, я забыл, буква. Не хота я имею в виду, а G. Буква G, как в английском. И Y, и I, и, наверное, она называется. Y, и она читается как Х. Ну, арабская. Вот. И то же самое буква С, или как она называется, то же самое с этими же буквами читается как С. Ну, это основное, и там две Л читают как особый звук. На самом деле правил не так много в испанском языке. По сравнению с английским тем же, по сравнению с тем же английским, ну, буквально за один день можно выучить все правила. Уже в... А, вы про ударение. Да, какие-то закономерности. Ну, если не считать спряжение, то да. Да, там очень разветвленная система времен, так же, как во французском, ну, в романских языках, в принципе.
Там всякие сюжунктивы, а нет, по-французски, по-испански, субхунктиву, субхунктиво, во. Ну, с нуля это рановатая информация. Если с нуля брать. Ну да, иностранцы, как правило, осваивают язык даже лучше, чем носители, потому что они действительно копаются в деталях и докапываются до сути. Даже такие есть. Ну, наверное, не так часто употребляется. Не так часто употребляется, может, это слово.
Прям такая повальная безграмотность в Испании. То есть они не воспринимают. То есть они даже не воспринимают образование как социальный лифт, да? Получается так. Ну, там, наверное, есть тоже какие-нибудь учебники по деловой речи. На лекции? А, даже так. Полное погружение. Да, согласен.
От места, от какого-то. А как вы к костельскому диалекту относитесь? То есть вот эти межзубные звуки, которые постоянно бесят латиноамериканцев, и наоборот, отсутствие их бесит испанцев. Ну, то есть старая форма этого диалекта, да, получается? Сокращают. На общепонятном. Да, португальский. Французский, наверное, понимаете. Да, там. Там очень много носовых.